Всем привет! Вы на канале Джессика Йорк. В сегодняшнем видео я расскажу прививки для Йорка. А вы не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы никогда не пропускать новые ролики. И начинаем! Прививки способны защитить организм вашего любимца от опасных болезней, поэтому заботливые хозяева делают их на протяжении всей жизни животного. Но прежде чем покупать вакцину, нужно ознакомиться с ее видами. В ветеринарных аптеках можно встретить множество препаратов, как отечественного производства, так и импортные. Собачки в возрасте полутора месяца уже подлежат вакцинированию. После того, как йоркширский терьер получил первую прививку, следующая производится уже через 2 недели. Через 6 месяцев после рождения Йорка обязательно нужно привить его от бешенства. Годовалой собаке необходимо проводить вакцинирование по той же схеме, что и до года. Прививки от бешенства нужно повторять ежегодно. Итак, первое, что нужно запомнить, это то, что вакцинировать можно только полностью здоровое животное. У прибавлевшего песика после прививки состояние может значительно ухудшиться. Поэтому, чтобы вакцина хорошо перенеслась с собакой и не вызывала никаких осложнений, нужно соблюдать некоторые правила. Первое. Чтобы прививка принесла пользу щенку, за 2 недели перед этой серьезной процедурой нужно прогнать у него глисты. Прививание должно проводиться в ветеринарной клинике. Перед введением препарата нужно замерять температуру тела животного. Норма от 37 до 39. Прививку должен делать ветеринар. Только что привитой собаке нельзя позволять общаться с другими непривитыми животными. На протяжении всего карантина не гулять с питомцем на улице, так как возрастает риск заболевания животного. После инъекции щенку нужно избегать переутомления и переохлаждения. Также стоит отменить водные процедуры. И помните, первую прививку Йорк должен получить до смены зубов. Чтобы ваш любимый Йорк или другой питомец был всегда здоровым, кроме хорошего питания, стоит помнить и о вакцинации. Не пренебрегайте ею, делайте прививки вовремя, и ваш питомец всегда будет полон сил и энергии.